остальные люди. Сегодня вот начался снег вечером, это уже второй снег в Санкт-Петербурге за эту зиму, точнее даже еще осень, 30 ноября, почти зима. Я хочу сказать, что сегодня на тренинге я совершила невозможное для себя. Я вышла из своей зоны комфорта, выходила из нее даже несколько раз. Я сегодня делала то, что никогда в своей жизни не делала, а именно я ходила по стеклам, битым стеклам, я ходила босиком и не поцарапалась. Потом я лежала на битых стеклах спиной, и в меня кидали лежа на битых стеклах нож, острый нож, который прекрасно впивался, проверяли в дерево, а вот в меня он не впился. Свойство таково, что нашего тела таково, что нож просто отпрыгнул. И на самом деле это только страх и боли никакой, нож не впивается. Когда ты это понимаешь, когда ты это ощущаешь, блин, это очень классная эмоция. И еще, что мне очень сильно впечатлило сегодня, я сегодня сломала вот эту стрелу на две части горла. Вот сюда вот мы вставляли стрелу, в самую мягкую часть горла. И вот этим горлом я сломала стрелу. Я сама себе удивляюсь. Оказалось, что, опять же, это все были мои страхи. На деле это все физически не страшно, не больно. Смысл такой, что когда я ломала эту стрелу, я думала не об этой проблеме, как нас и учили на тренинге, не о проблеме стрела, а о цели, которую я себе поставила. Я себе поставила цель поломать эту стрелу, и также поставила себе цель, связанную с моим бизнесом, и в это время также я рассуждала об этой цели, и опять же думала не о том, почему у меня не получается, то есть о проблеме, а о том, к чему я должна прийти в итоге, и пришла я в итоге вот этому. Я победила, я сломала и вышла из своей зоны комфорта, и также буду двигаться навстречу своим мечтам и желаниям, и буду знать, что вот эта вот проблема может разлететься на две части. Вот так вот, тренинг суперский, я всем рекомендую, и завтра мы будем гнуть ложки, металлические ложки. Я пока совершенно не представляю, как это будет происходить. А еще мы будем лежать на гвоздях. Ну, а об этом я расскажу завтра в своем отчете. Ну, а сегодня я всем желаю смотреть страх в глаза, потому что только так вы можете понять, что это вовсе и не страх. На самом деле это все вполне достижимо, все, что нам кажется сложным, на самом деле полнейшая ерунда. Пока-пока. Друзья, чтобы оставаться в форме, подписывайтесь на мой канал вот здесь. Я всегда рада вашим комментариям. Оставляйте ваши комментарии вот здесь. До новых встреч!